Погода внесла свои коррективы в расписание полетов в Турции. Заложниками шторма стали пассажиры рейса «Шымкент-Стамбул». Больше часа они кружили над Стамбулом из-за невозможности произвести посадку. На борту воздушного судна были и футболисты футбольного клуба «Ордабасы», которые отправились в Турцию на третий учебно-тренировочный сбор. О сборах и, мягко говоря, неприятных ощущениях долгого полета нам руководитель пресс-службы футбольного клуба Ихсан Кадыров расскажет. Он сейчас с нами на прямой связи. Ихсан, тебе слово. Сильно испугались, как вели себя пассажиры рейса «Шымкент-Стамбул»? Когда мы подлетали к Стамбулу, значит, Стамбул нас не принимал из-за шторма, и нам пришлось более часа, наверное, кружить вокруг Стамбула, и было очень сложно, и можно сказать, что многих напугала эта посадка, когда на посадочную полосу самолет начал приземляться, его начало болтать во все стороны. И, честно говоря, это был очень неприятный такой момент. Шторм десятилетия наделал немало бед в Стамбуле. Там отменены авиарейсы, закрыты паромные сообщения на Босфоре. Порывы ветра до 100 км в час срывали крыши с домов. Из-за поваленных деревьев пришлось остановить железнодорожные сообщения между крупнейшими мегаполисами – Стамбулом и Анкарой. 300 пассажиров оказались заблокированными прямо в вагонах. Пришлось ждать несколько часов, пока не расчистят пути. В самом Стамбуле башенный кран рухнул на минивэн, который проезжал по магистрали. Водитель лишь чудом остался жив. Согласно метеосводкам, непогода на значительной территории Турции продлится до 3 февраля.